Всем привет, с вами я, Елена Шиповала, и сегодня я расскажу, как сделать гипсовые слепки ручек и ножек вашего малыша. Итак, давайте начнем. Для начала мы сделаем формочки. Они будут из соленого теста. Я беру 1 стакан соли, 1 стакан муки и полстакана заваренного крахмала. Чтобы сделать заваренный крахмал, нужно растворить столовую ложку крахмала в половине стакана холодной воды. Дальше залить эту смесь в стакан кипящей воды. Вот этого раствора нам нужно взять полстакана. Теперь я все это смешиваю. Также нам нужно добавить еще чайную ложку растительного масла. Теперь мы все это перемешиваем. В общем, я добавила еще целую горсть муки. Тесто должно быть получиться прям крутым. И сейчас мы сделаем слепки. Вот эту большую часть я приготовила для того, чтобы сделать слепок ножки, а маленькую для того, чтобы сделать слепок ручки. Для того, чтобы легко слепки отходили от ручек, я смочила ткань подсолнечным маслом и сначала обработаю ручки маслом, а потом уже сделаю слепок. Так, вот что у меня получилось. Теперь нам нужно это все залить гипсом. Гипс я беру вот такой, гипс строительный супер алебастр. И развожу его в соответствии с инструкцией. То есть одну часть гипса и одну часть воды смешиваю и заливаю. Для раствора гипса я взяла две вот таких ложки самого гипса и две таких же ложки воды. Вот что у меня получилось. И теперь мы этой смесью заливаем. Итак, прошел час, и сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот что у меня получилось после того, как гипс высох. Эти слепки можно положить в мамину сокровищницу или сделать отдельную коробочку для них. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал.